Общественная премия имени Мельникова – событие в подмосковной журналистской среде. Ее обладатели – люди, нацеленные на активную деятельность, знающие цену команде единомышленников, пользующиеся авторитетом и уважением в своей аудитории. Журналист Виктор Мельников. Из этой когорты – девятая церемония вручения общественной премии в области СМИ. По традиции принимала гостей в подмосковном Раменском. Я искренне рада, что общественная организация «Союз журналистов Подмосковья» принял такое решение, учредил эту премию. Мне кажется, это был настолько верный шаг и, собственно говоря, подтверждение этому то обстоятельство, что эта премия проходит в девятый раз, и я думаю, что не в последний. Вручение премии – ключевое мероприятие медианедели Подмосковья. Это время, когда журналисты презентуют свои новые проекты, встречаются с читателями, зрителями и слушателями, проводят мастер-классы для юнжуров. В этом году общественной премии удостоены 19 журналистов, самое большое количество за всю 9-летнюю историю церемонии. Алексей Галанин, автор книги, выпущенной к юбилею Союза журналистов. За 2 года кропотливой работы журналист и краевед собрал материал об истории профессиональной организации Подмосковья и людях, входивших в нее. 3 номинации – успешный дебют, общественная деятельность и самая многочисленная номинация – журналистика. В ней стал лауреатом наш коллега Сергей Дадыко, который руководит производством социальных, культурных и спортивных программ на Щелковском телевидении. Летний стаж работы в средствах массовой информации, высочайшие эрудиции позволяют Сергею Михайловичу быть блестящим автором уникального контента, а также интересным интервьюером. Премия Мельникова – это признание заслуг и достижений журналистов профессиональной деятельности, а значит и авторитета средства массовой информации в местном сообществе. Сам Виктор Мельников стоял у истоков возрождения Союза журналистов Подмосковья. Она очень ценна для людей, для наших коллег, потому что журналисты сами оценивают, это профессиональная оценка достижений своих же коллег. Мы обязательно будем продолжать это. «Не стоять на месте, а расти», – призвал своих коллег журналист Виктор Мельников. Нынешняя церемония – пример того, как авторы добрых инициатив получают признание своих творческих заслуг и оценку социальной значимости дел, которых своим трудом достигает журналист. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.